Закрыли на ремонт одну из самых загруженных автодорог Нижнекамска. На кольце Мира Вахитова начались плановые работы по ремонту магистрального тепловоза М3. Направление с улицы Мурадьяна в сторону проспекта Мира будет закрыто еще 10 дней. Мы этот вопрос обсуждали, они обещают быстро закончить. Почему? Потому что у нас 26 числа запланировано мероприятие праздничное, посвященное Дню химиков, правильно? И они какое-то время закончат. Ну, здесь водитель, наверное, почти семейство, да, они заранее пусть принимают для себя или маршрут какой удобный. С перекрытым кольцом общественному транспорту и вахтовым автобусом пришлось скорректировать маршрут. Эти изменения действуют только на время ремонта. 56-й маршрут возврат вызова Менделеева, Тюмбике, Чулман, Мира и далее по маршруту. Маршрут 25, Менделеева, Тюмбике, Чулман, Мира, далее по маршруту. 109-й, отправка автобуса осуществляется от остановки горбольницы номер 2. 8-й маршрут, возврат Вахитова, Менделеева, Сюмбике, Чулман, Мира, далее по маршруту. И 8-й, Сюмбике, Менделеева, Химиков, Вахитова и далее по маршруту. Также в часы пик велика вероятность пробок. Это утро, обеденный перерыв и рабочая перевозка. В это время автовладельцам советуют заранее спланировать маршрут и выбрать объездные пути. Один из них опять же через Сюмбике. Также до 19 июля перекрыта пешеходная дорога от кольца в сторону храма по проспекту Мира. Анастасия Попова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.